Всем привет. Короче, мы скоро поедем на набережную пить Волгу. Вот так вот со своими друзьями и офниками. Вроде как ничего такого, но сидит ебать. С фиговыми мячиками. Ага. Сейчас поедем, короче. Себе очки. Вот когда я их покупала, там такая бабусечка была и говорит: вот, могу тебе предложить вот эти вот хорошие, классные, хорошее качество, все такое. Я думаю, что она их мне рекомендует? Они херовые, они 8К. Блять, пока, ебать, нахуй, просто, пока. Еще головой уебался, закончу Коля с гипсом, снова. Разъебались, нахуй. Сидим на асфальте, руку не чувствую. Капец, блин, ребята упали, блин, повезли их сейчас в скорую, я сижу дома. Ну, с Максимом, слава богу, все окей, он скоро должен приехать вместе с Колей.